И сейчас мы приглашаем на нашу сцену новых менеджеров 12%. Менеджеров, которые уже точно рассматривают Oriflame как серьезный вид бизнеса. Встречайте, на нашей сцене новые менеджеры уровня 12%. Ваши аплодисменты. Воронова Вероника, Дибкова Анна, Демьянцева Наталья, Королева Светлана, Степанова Анна, Суранова Татьяна, Щерба Евгения. Ваши аплодисменты. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я очень-очень-очень рада, что я опять-таки вернулась сюда, я в компании Oriflame. Просто огромное спасибо. Я тоже могу сказать, что по счастливой случайности, по воле судьбы, мне пришлось познакомиться с Еленой Рабочей лично, когда я работала в магазине. Все историю мою слышали, конечно, не буду долго рассказывать. То есть я сама пришла к Елене и сказала: Елена, я хочу к вам. И все, написала ВОК. И вот я с вами. 9% мне вручали на сцене под золотым дождем, Леночка. Да, в Минске. А сейчас 12, ну сейчас 15, да. И все впереди. Я рада. Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Анна, я на 12% очень счастлива, конечно, что я не собираюсь оставаться на этом уровне. Желаю вам быстрого роста, быстрого старта. Верьте только в себя, и все у вас получится. Спасибо. Всем здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я молодая мама. Да, многие уже знают тоже мою историю, что я с 12 раза согласилась прийти в компанию Oriflame. И я хочу сказать огромное спасибо Анастасии Зимко-Кисловой, которая меня пригласила в этот бизнес и которая помогает на протяжении всего пути. Спасибо своей команде. За этот недолгий период были и взлеты, и падения, и потери партнеров. Но самое главное – это не сдаваться и идти вперед. Вперед, создавая свою команду, своих партнеров, своих друзей, товарищей, которые будут вас поддерживать на протяжении всего пути. Спасибо большое. Я хочу сказать спасибо компании Oriflame за такую возможность. Очень волнуюсь. Меня зовут Вероника, я уже менеджер 12%, безмерно этому счастью, хочется просто танцевать здесь, прыгать до потолка. Столько не поздравляли ни разу, это точно. Спасибо большое Насте за то, что ты меня сюда пригласила. Спасибо большое Ане за поддержку. Очень здорово, что мы сегодня встретились все вживую, так мы все онлайн, да, через экраны всем приветы шлем, а так мы все вживую увидели, все живые, все красивые, все нарядные, все счастливые. Всем желаю и дальше повышать свой уровень, себе тоже этого желаю. Минимум золотой директор, это точно, цель есть, поставлена, препятствий не вижу. Все, спасибо. Еще раз вас всех поздравляю. Только вперед, только к новым достижениям. Новые менеджеры 12%. Ваши аплодисменты.